Вейга, ты что? Ты что сделал? Ты что? Я все... Куда ты? Ну тебя подсыпь. Промерзла? Лесу, что ли? Баба Ёшка, промерзла? Да, промерзла. Красотки. Надо было меховую корону надо делать. Подплотик. Да? Тетя Света. Привет. Успела к нам тетя Света. Да. Все блинчики кушают уже? Да. Сегодня. Конечно, холодные. Ничего. Ань, иди сюда, Ань. Блинчики не сидят. Давайте мне. Кто что упал? Кто тут котенок? Я. Лиза, скинь у нас котенок. Макс, не уходи. Макс, не уходи. Девочка. У нас теплее. Кто в роли князя? А? Кто в роли князя? В роли князя я, мужик. Как зовут? Простой мужик. Михаил. А фамилия? Михайло Волчков. Агентство? Агентство? Какое у нас агентство? Ясен пень. Ясен пень. А, ну ясен пень. Да, как же. Кто у нас в роли медведя? Худеешь, что ли, Миша? Миша на диете, зимой лапка всосет. Максим Виноградов. Собственной персоной. Кто у нас девушки? Как зовут девушек? Меня Любовь зовут. Супруга князя. Нет. Нет? Нет. Нет? Я. Нет. Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. 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 Ух ты! А я думала, да? Ошиблась. Жена она мне. Жена. Жена, а не супруга. А, ну тогда... Это у них, у нерусских супруги. Все ясно. У нас жены. Жены, конечно. А у нас жены. Все правильно. У них брак, а у нас союз. Видите, как важно? Расскажите, пожалуйста, Михаил. Пожалуйста. Агентство «Ясен пень». Почему такое название? Ясен пень. С этим вопросом есть прекрасный ответ на это. Но лучше всего ответит Анастасия. Хорошо. Наша. Но я так понимаю, что в стиле русских традиций у вас как минимум половина творчества. Это же все ясно. Вот как у нас в народе говорят, да, ясен пень. Пойду к скипу. Вот так и здесь, да? Все ясно. Ясен пень, Макс? Ясен. Меня назвали профессиональным комарохом. Да ты красотка. Ты есть настоящий кофе с алькой даже налили. Серьезно? Да. Класс. Анна Макеева. В роли? Собственной персоной. В роли? Комарох Зюзя. Зюзя. Просто Зюзя. Будем знакомы. Просто Зюзя. Царь. Просто царь. Царь Зюзя. Иоланта Штапова, привет. В роли скомороха. Кушает блинчик. Не будем мешать. Нет, уж лучше сами. Ходите сами себе. Макс Повалишин. Да, да. В роли самоварщика. В роли кочегара. Кочегар, самоварщик. Блин, отдел самый главный, я так поняла, на сегодня. Да, желательно. Еще тебе? Доелась? А где у нас скиба? Давай тебе буду давать. Где скиба? А подарки-то раздали, господа? Нет, еще. А что не раздали подарки-то? Раздавайте.